Та-да-та-да! Суперпрезерватив спасет этот мир, спасет от детей, спасет от... Типа, я тебя оседлала! Всем привет, я косплеер, косплею презервативы, прокладки. У меня много подписчиков, я популярный косплеер. На Комикомикс недавно ездил. Собака такая ходит с мешком. Ой, как пиздато! Приветули, девчули. Уже достаточно давно не снимала этой рубрики. Я думаю, вы по ней соскучились, так же, как и я. Поскольку вы мне в предложку в моей группе ВКонтакте до сих пор скидываете странные штуки с Алика, то я решила продолжить снимать эту рубрику. Если вот этот флаг сейчас ебанется вниз, то мы этого не видели, окей? Первое, что мне удалось узрить, чего бы я не хотела видеть, но я вижу это частенько. Если видели какие-нибудь такие штаны, то вы наверняка понимаете, о чем я говорю, что это вот... Пиздец! Да, в Америке, возможно, это норма, и носить такие штаны это очень стильно, модно, классно. Но если бы мы в России вышли в таких штанах, нас бы не поняли. Хотя, знаете, недавно один магазин Инстаграм мне предложил сотрудничество, и там были как раз подобные штаны. И я такая думаю, блин, я бы такие носила. У меня, кстати, когда-то были вместо кармашков на джинсовых шортах дырки. Но они смотрелись классно, мне нравится до сих пор. Но это уж слишком открыто. Ну а те штаны, которые я смотрела в том магазине, там, получается, были вырезы в районе ляшек, вот такие вот. То есть вот тут ляжка, тут твоя писюнка, где должны быть и трусы, и потом тут сами штаны. Мне показалось, что это нормально выглядит. Я не знаю, может быть, это тоже дико, но мне понравилось. И как обычно, по традиции, читаем описание этих штанов. Сексуально выдалбливают. Что они выдалбливают? А, дыры. Точно! Фиар штаны 2018, точно зимние... зимнее, что, простите? Зимой в этом? Если зимой в Питере в этом выйти, то ты уже точно не вернешься. Это очень странно. И прям, знаете, видно, что они сделаны полностью синтетики, знаете, еще из такого материала полиэстерского. Как будто бы купальник. Вот ненавижу этот материал, мне как-то штаны присылали. Это очень неудобно и неприятно такое носить. Свитшот, из которого вылазит лифак. Ну, на самом деле, это носит не с лифаком, а с каким-нибудь топиком. Нормально. Я, кстати, хотела подобную кофту заказать, она была в клеточку, мне она очень понравилась, я не заказала, потому что уже лет заканчивался, такая, может, еще надо топик заказать, я такая, блин, думаю, ладно, давай в следующий раз. Но, на самом деле, мне нравится такой фасон, очень классно смотрится, если вам нравится, то ставь плюс. Так, я так понимаю, это опять что-то для BDSM, потому что тут опять все прикрыто, и девушка в каком-то, она будто бы в занавеске запуталась, значит, решила она помыть такая... окна. Залазит и падает в занавесках, потому что плохо прикрепленные они были у нее. И получилась вот такая вот красивая картина. А это, блядь, что? Секс-шоп новый 11 штук. Нержавеющая сталь, женский пояс, верности, интимные изделия, сада жгут. Сразу видно, верная девушка, которая оденет это. Три заказа. Все хотят быть верными. Мужья просто ревнуют. Знаете, мне много скидывают разных костюмов на Хэллоуин. Например, вот этот вот поросенок. Хорошо смотрится, можно на Хэллоуин пойти. А то как раз скоро Хэллоуин, так что вы покупайте. Ужас, висит призрак, мумия. Слава богу, туда не человека нужно сувать, а это вот чисто для декора, надеюсь. Да, украшение, террор, орнамент. Кстати, прикольно смотрится, я бы такой повешал дома. Что это, блядь, такое? Черный латекс. Трусики для женщин. Женщин? А что это за бандаж у него на икре? Это типа когда измеряют давление, только на ноге так вот качаешь, да, и вытек... Опять 18 плюс будет. Кстати, я видела такие формочки на Алике. Я очень хотела их заказать, но тогда я жила с родителями, и это было бы странно, если бы я выпекала кексики в таких формочках. Хотя это, наверное... А, для льда. Вообще огонь, надо заказать. Но то, что здесь стоит 50 штук... Набор 7200, это слишком дорого. Можно найти подешевле. Но я закажу. Кстати, я уже заказала некоторые странные штуки с Алика. И будет видос, нужно подождать, кто когда они придут. А придут они через месяц. Ну, мы все ждем, да? Мощное беспроводное управление секс-машина с удивительной особенностью, довольно мощный для регулирования. Что такое? Люди, объясните, что это такое, я не понимаю. Мне потому что скрин присылали, там даже в описании не посмотреть. Но здесь есть 3 заказа. Опять там гонки устроили. И 147 желаний. Вы бы добавили это в список желаний? Напишите, пожалуйста, сколько лет вам, кто смотрит вот это вот видео. Мне просто интересно. Ой, что вы мне скидываете, ребята? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Короче, из-за чего я решила все-таки снимать это видео? Кстати, то, что я вначале листала, этого вроде бы не было, ну или я этого не видела. Это просто изобретение человечества. Да? Собак, говно, какашки, сумка, портативные по собаке, сумка, пэт, туалетные отходы, дерьма, мешок.
Знаете, я уже знаю, как назвать это видео. Если бы реально хозяева прикрепляли к аналу собак вот это, то я думаю, на улице было бы меньше говна. Собака такая ходит с мешком. Ой, как пиздато! Так, еще один костюм для Хэллоуина. Талисман, белый презерватив костюм. Талисман, обычный, необычные костюмы, аниме, косплей. Косплей чего? Косплей презерватива? Такое вообще есть? Всем привет, я косплеер. Косплей, презервативы, прокладки. У меня много подписчиков. Я популярный косплеер. На Комикс недавно ездил. Опять-то фигня. Походу на Алиэкспресс она пользуется особой популярностью. Это когда ты, но уже в ногу. Это у нас значит попу и спереди. Типа тебе с... Проехали. Блин, как тебя назвать, чувак? Вот он... Я суперпрезерватив. Та-да-та-да, суперпрезерватив спасет этот мир, спасет от детей, спасет от пиздюков. Та-та-та-та-та-та. Нет, смешной, кстати, костюм. Не знаю, может быть, в Японии, в Китае, кто это вообще производит, у них это реально пользуется популярностью. Но очень большая редкость увидеть в таком человека на улице. Опять маски на Хэллоуин. Я вам тут идеальные идеи для Хэллоуина предлагаю. Кстати, вот какие-то макияжики беспонтовые. Вот маска, одел и париться не надо. Стоит всего 936 рублей. Хэллоуин костюм партии, латекс, эмодзи. Это вот, знаете, нужно использовать для фильмов ужасов. Пила, 10. Прекрасно. Косплей наряд Дик для Хэллоуина. Мне интересно, вот это вот... Это туда ноги вставляются или что? Типа, я тебя оседлала. Еще одна маска для Хэллоуина, как вам? Кстати, вот это пиздатая, мне нравится, как выглядит реально. Необычно, очень интересно. Пиздато. Так, это у нас, значит, прозрачные штаны в виде огромных жирных ног. Стоят они 9 тысяч почти. Этот человек очень напоминает Марио. Популярные мужские пиво. Октоберфест, костюм, короткий чулок, брюки... Не, смешно, чувак, мне нравится. Я бы так ходила. Ну, не я, парни. Так, ну-ка, сколько можно падать? Падает ведь что-то все. Плохая стена у нас просто, не держит ничего. Больше ничего-то интересного нет, точнее, есть интересное, но мне из этого опять спасает ограничение. Я лучше не буду показывать. Алиэкспресс это сайт для... Чтобы семья была крепкая, как розовый кролик. А никто не догадывается, что Алиэкспресс у нас такой шалун. Ну, в общем, это было все. Если понравилось это видео, и ты хочешь, может быть, еще одну часть, но будет обязательно часть, где я буду показывать вот эти вот странные штуки, только которые я уже закажу и продемонстрирую на себе. Ну, в общем, если понравилось видео, то ставь пальчик вверх, подписывайся на мой канал, подписывайся на Инстаграм, я там разыгрываю сигны частенько. Ну, а я всех люблю и целую. Пока. Твои глаза, лучик.